пионером в гости приехал лауреат Международной премии мира, известный турецкий поэт, борец за мир Назым Хикмет. Вот, ребята, там море. А в ту сторону это море, моя родина, Турция. Там нет никакой аптеки, там нет никакой пионерский лагерь. Там дети турецкие народа очень плохо живут. Они работают с очень маленьким возрастом. Например, вот мальчики в твоем возрасте работают на заводе. 12 часов по дню. И девушки по вашему возрасту тоже работают на заводе, на поле. Большинство из них не умеют читать и писать. Даже не видели в своей жизни, что такое тетрадь, что такое букварь. Наши дети, дети турецкого народа, голодают. Вот они даже умирают в очень маленьком возрасте из разных болезней. Нет никакой медицинской опыта. Почему так? Почему наши дети так плохо живут? Потому что у нас господствует американский империализм и их местных людей. Но не только в Турции так. В многих других странах, в Европе, в Азии, в Африке, в капиталистических странах, где господствуют капиталисты и американские империалисты, там тоже дети очень плохо живут. А вы как здесь живете? А чем занимаетесь? Послушайте, ты откуда? Я из Комсомольска. А ты? Из Алматы. А ты? Из Алматы. А ты? Из Ванзы. А ты? Из Урала. Весь Советский Союз собирался здесь. Да? Дети, нельзя сравнить вашу счастливую жизнь с жизнью других детей мира. О вас заботится сам товарищ Сталин. Ребята горячо благодарили Назыма Хикмета за участие в их сборе. Это был последний сбор отрядов.